Изначально музыка в кино появилась только для того, чтобы устроить посторонние шумы и треск оборудования. Исполняли ее топеры. Так, например, Сергей Рахманинов в начале своей карьеры сопровождал не один фильм. Не знаю, с чего начинал свою музыкальную биографию наш гость, но то, что его музыка к кинофильмам является мировой классикой, факт. Исполняли ее топеры. Так, например, Сергей Рахманинов в своей карьере своими импровизациями на рояле сопровождал не один мой фильм. Не знаю, с чего начинал свою музыкальную биографию наш гость, но то, что его музыка к кинофильмам является мировой классикой, факт. Встречайте, на России композитор Александр Зацепин. Изначально кино появилось только для того, чтобы маскировать посторонние шумы и треск оборудования. Исполняли ее топеры. Так, например, Сергей Рахманинов в своей карьере своими импровизациями на рояле сопровождал не один мой фильм. Не знаю, с чего начинался музыкальный...